Здравствуйте. Все, что произошло на уходящей неделе, обсудим в итогах на своем. Меня зовут Никита Шишков, и вот несколько главных тем. Как Ставрополье развивает экономику вместе с Беларусью? В крае сезон дорожного ремонта, и как будет работать механизм курортного сбора в городах Каменвод? Это если вкратце, ну а теперь к полному анонсу выпуска. Разбитой дорогой просевший мост. На какие перемены надеются жители Надежды? Мы отправились подсчитывать ущерб. Незваные гости. Почему у жителей одного из микрорайонов Ставрополя на одну фобию стало больше? И где гулять, если лес по соседству облюбовали рептилии? В крае началась уборка гороха и других культур. Сколько их посадили в прошлом году и сколько уберут в этом? Жаркий сюжет с полей. 8 населенных пунктов без воды. Как в Кочубеевском округе справляются с проблемами водоснабжения? Наша группа отправилась на большой ремонт. Начинаем выпуск. Инициативу Ставрополья о введении курортного сбора на постоянной основе. Предложение озвучил губернатор Владимир Владимиров на совещании по вопросам развития туризма на Северном Кавказе, которое прошло в Дербенте. По словам главы региона, эксперимент по курортному сбору показал свою эффективность. Например, в этом году города КМВ планируют получить около 700 миллионов рублей, которые пойдут на благоустройство туристической инфраструктуры. Очень вас прошу все-таки еще раз поручение дать в части принятия в конце этого года решения о изымании курортного сбора на постоянной основе с учетом действующей схемы, зачисления ее в региональный бюджет и через региональный напрямую в бюджеты муниципалитетов. Огромное спасибо вам за поддержку. Спасибо. Я пометил по поводу курортного сбора. Ну а тем временем Ставрополье продолжит развивать импортозамещение с Беларусью. Основной сферой станет сельское хозяйство. Деловые отношения стороны обсудили в Уфе на форуме регионов России и Беларуси. За последние 6 лет товарооборот между нашим краем и страной-соседом вырос в 2,5 раза. Почти 2/3 техники во время нынешней уборки на полях белорусского производства. А Ставрополье же отправляет в Минск зерно, плодоовощную продукцию и удобрения. Сюда же входит культурный обмен, сюда же входит вопрос, связанный с отдыхом белорусов на территории Ставропольского края, у нас на Кавказском минеральных водах, мы для этого все развиваем. Ну и, конечно же, мы сегодня уже очень плотно смотрим на то, чтобы все-таки авиасообщение Ставропольского края и Минска, Белоруссии стало более постоянным. Наладили сотрудничество и представители законодательной власти. Белорусские и ставропольские депутаты договорились о развитии правовой базы для наращивания партнерства в экономической и культурной сферах. Мы пригласим делегацию парламентариям Республики Беларусь, а именно Минского областного совета на территории Ставрополья. И уже пошагово будем работать вместе. К другим темам. Устроят 13 общественных пространств. Готовность площадок сейчас более 35%. Об этом на брифинге в правительстве региона рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа. Муниципалитетам поставили задачу завершить все работы до 1 сентября. Помогают в обновлении пространств федеральный проект формирования комфортной городской среды и нацпроект «Жилье и городская среда». Также министр отметил, более 70% финансирования направят на благоустройство сельских территорий. У нас будут реализованы 12 объектов, 12 муниципальных образований. И один дополнительный объект будет реализован по конкурсу малых городов и исторических поселений. В основном все финансирование направлено большей частью, более 70%, это на сельские территории. В них будут выполняться работы непосредственно на 9 муниципалитетах, которые относятся к сельским территориям. И 3 объекта будут выполняться уже на городских округах. Говорили на брифинге и об обновлении аэропортов региона. Терминал краевой столицы полностью отремонтируют уже в следующем году, к 95-летию Ставропольской воздушной гавани. Там дополнительно разместят 3 телетрапа, которые позволят пассажирам с комфортом попадать из терминала на борт, независимо от погодных условий. В аэропорт Минеральных Вод будет готов уже в 2025 году. Обновление также приурочено к юбилею. Через 2 года воздушной гавани Минвод исполнится 100 лет. Ну а еще в крае полным ходом идет дорожный ремонт. Новый асфальт укладывают и на региональных трассах, и на небольших улицах. В Невинномысске уже есть на что посмотреть. Например, улица Комбинатская. Это дорога, которая ведет к промышленную зону города. Нагрузка большая, так что в последнее время асфальт был совсем неважный. Все поправили, установили остановки и, наконец, провели ливневку. Новое основание было в некоторых местах произведено. Уплотнение, предусмотрен асфальт в 2 слоя.
Думаю, что эта дорога еще будет служить очень долго на благо нашего города. Всего же на ремонт невинномысских дорог в этом году выделили 460 миллионов рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Будет порядка 12 объектов протяженностью более 10 километров. Значит, дорожники подходят к выполнению работ в комплексе. То есть это не только ремонт существующего покрытия, но это и устройство тротуаров, установка новых технических средств организации дорожного движения. Вот в городе Невинномысске это и устройство искусственного электроосвещения. Но справедливости ради, не везде с дорогами все в порядке. Живописный вид, свежий воздух, много зелени и речка недалеко от дома. Внешне все хорошо. Но жители села Надежды с вами не согласятся. Разбитая дорога, опасный мост и круглогодичные потоки воды на улицах – то, что описывает ситуацию куда лучше и красочнее. За помощью люди обратились к нам в редакцию через соцсети. Екатерина Сегида отправилась все выяснить на место. Неровно кататься невозможно. Устами младенца глаголит истина. Впрочем, неудобство эта дорога на улице Мутнянской в селе Надежде создает жителям любого возраста. Причем уже много лет. В 2012 году, да, был другое руководство было. Они завозили нам, трактор разгортали, все, дорогу делали, хорошую дорогу. И сколько лет прошло? Вообще ничего не делается. Мы тоже вот верх рабочая. Мы за свой счет все делали. Ходили у нас старший по улице, пороги оббивал администрации. В итоге сами собрали с каждого двора деньги и сами засыпали. Но не у каждого есть возможность выделить из семейного бюджета кругленькую сумму и отдать на ремонт дороги. Жители надеются на поддержку властей. Хотите, чтобы прям асфальт лежал или чтобы хотя бы подсыпали? Хотя бы подсыпали, укатали, все как положено. Кроме разбитой дороги, надежденцев беспокоит мост через реку Мутнянку. Назвать эту конструкцию надежной на данный момент абсолютно нельзя. В результате дождей и подмыва берегов мост осел довольно глубоко. И теперь людям ежедневно приходится преодолевать ступень высотой примерно полметра и идти на тот берег в надежде, что мост не обвалится полностью. Надо приподнять, чтобы он был наверху, нашить его, нарастить подальше, потому что обрыв-то высокий, подмывает вода, и он осыпается. То есть вот оно изначальное местоположение моста. Потом его подняли и развернули сюда, подвинули. Несмотря на опасения, люди продолжают сокращать через мост путь к магазину и остановке. А если идти в обход, то маршрут увеличивается на 2,5 километра. А еще улица Мутнянская находится в низине, и после ливней вода со всего села стекает людям во дворы. Новая кухня, техника. Вот здесь все это в воде. У нас вот во дворе вода, в подвале вода. А как вы здесь ходите? Да так. Никак. В сапогах? В сапогах, конечно. А если идем на маршрутку с переобувачкой, переобуваемся со сменой обувью. Наша съемочная группа обратилась в администрацию Шпаковского округа. На проблемные улицы в Надежду приехал первый заместитель главы Шпаковского округа Валерий Приходько. Поговорил с жителями и вместе нашли общее решение. Первая очередная – это заезд со стороны трассы восточного обхода. Да, вот оттуда. Там уже сегодня приступили к работе. Уже завезли материал. Ремонт этой улицы в территориальном отделе был запланирован. Вот. Поэтому, ну это может быть будет не сегодня, а завтра, как говорится, но тем не менее это в планах и это будет. А еще в администрации округа обещают в ближайшее время решить вопрос с мостом. Переправу укрепят трубами и поднимут. Водоотведение нужно делать обязательно. Значит, мы договорились так, что эти мероприятия, значит, ну, к сожалению, это процесс достаточно длительный. Он включает в себе изготовление проектно-сметной документации, проведение экспертизы. Вот, ну а потом уже выделение средств и строительство самой ливневой этой ливневки, вернее. Вот такие этапы. Поэтому работаем над этим. Я думаю, это будет сделано. Ну а пока жителям нужно набраться немного терпения. Продолжат следить за развитием событий Екатерина Сегида, Олег Байкулов и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Хороший вопрос, конечно, сколько на составление всех этих проектов и смет уйдет времени. Плюс финансовый фактор, как всегда, накладывает свои ограничения. В любом случае, хорошо, если приведут все в норму в Надежде хотя бы в следующем году. Ну а если вам есть о чем нам рассказать, то пишите в мессенджеры WhatsApp и Telegram по номеру 8 928 350 80 70.
Ну что ж, это была только первая часть выпуска, но далее еще немало интересного. В эфире «Итоги на своем», и мы продолжаем. Незваные гости. Почему у жителей одного из микрорайонов Ставрополя на одну фобию стало больше? И где гулять, если лес по соседству облюбовали рептилии? В крае началась уборка гороха и других культур. Сколько их посадили в прошлом году и сколько уберут в этом? Жаркий сюжет с полей. 8 населенных пунктов без воды. Как в Кочубеевском округе справляются с проблемами водоснабжения? Наша группа отправилась на большой ремонт. В крае заработала новая мера поддержки для предприятий, которые выпускают продукцию для вооруженных сил. Об этом рассказал губернатор Владимира в своем телеграм-канале. Промышленность, работающая в сфере оборонзаказа, может получить заем под 5% годовых. Для малых и средних предприятий сумма до 5 миллионов рублей. Для самозанятых до 500 000. Заявление от предпринимателей уже принимает Краевой фонд микрофинансирования. К другим темам. Лес, на который можно только смотреть. Жители одного из жилых комплексов в краевом центре буквально остались без зеленого оазиса. В лесополосе, куда постоянно ходили гулять, появились змеи. Люди неоднократно просили районную администрацию убрать территорию, но получали отказ. За помощью люди обратились к нам в редакцию. В проблеме разбиралась Кира Мартынова. Здесь можно пожарить шашлыки. Ребята просто, я же говорю, дети устраивают какие-то свои мероприятия. Часто с собакой мы тут гуляем. Лесополоса возле жилого комплекса на улице Чапаева – любимое место отдыха местных жителей, рассказывает Марина Холодова. Зеленый оазис посреди многоэтажек притягивал и детвору, и взрослых. До этого лета. Неделю назад люди увидели возле пешеходной дорожки незваную гостью. Хладнокровная сразу стала звездой всех местных пабликов и групп. Про змей говорят и другие обитатели жилого комплекса. Сейчас вот здесь работаю, на аллее работаю. И змей я видела сама лично. Один раз вот так клубок, они сфотографировали их. Вот так змеи. Клубком были. Представляете? Сейчас местным жителям для прогулок остается только вот эта аллея. Она благоустроена, здесь есть лавочки, но располагается она под открытым небом. И, соответственно, днем здесь невыносимо жарко. В лес же сейчас не ходит никто. Детям категорически запрещено заходить на территорию, поэтому всем этим зеленым великолепием остается только любоваться. И то с безопасного расстояния. Мы и сами убедились в том, что присмыкающиеся чувствуют себя здесь очень вольготно. Даже не пришлось заходить в чащу. Вот так и живем. К сожалению, все. У меня вот внутренняя истерика. Я змей боюсь просто ужасно. Я теперь, видимо, и в магазин ходить перестану. С вопросом, что делать с присмыкающимся, жители обращались в администрацию города. Нам сказали, что если змея находится непосредственно уже где-то в неродной среде обитания, мы можем вызвать МЧС. Но на этом как бы наши полномочия все. Все, что мы можем сделать. Мы попытались написать в администрацию, еще обратились к застройщику, в управляющую компанию, но застройщик и управляющая компания сказали, что, извините, как бы, ну, это не наше, мы не можем ничего там делать, мы даже не имеем права там что-то проводить. А администрация сказала, извините, ищите собственника. Возможно, змеи так комфортно себя чувствуют из-за сырости. В лесополке разрослись акации, дают тень и влагу. Администрация города нам говорит, что эта территория продана под застройку непосредственно многоэтажных домов. У нас есть ответ от администрации о том, что, к сожалению, у них нет данных на данный момент о собственнике, потому что информация где-то в реестрах пока что еще не значится, не обновлена. Все, то есть найти какую-либо информацию о том, чтобы воздействовать на собственника, обязать его хоть как-то привести территорию в порядок, мы не можем. Пока жителям придется находить компромисс с природой, и это не единичный случай. Только накануне спасатели дважды выезжали на отлов присмыкающихся. По весне, конец апреля, май месяц, мы уже на эти выезды выезжали. Примерно 1-2 раза в неделю, а сейчас стабильно не менее двух раз в неделю. На такие выезды мы выезжаем. Как-то я не могу выделить какую-то территорию, но практически там, где у нас имеются, где стоят наши аварийно-спасательные подразделения, чтобы сказать, что, скажем, там, допустим, больше на Кавминводах, а меньше в Ставрополе, везде были, и в случае в Ставрополе, в Изобильном, в Ессентуках, в Левокумке, то есть территориально определить, где их больше, где их меньше – по тем выездам, которые имеются у меня на сегодняшний
день невозможно. Профессионалы советуют при встрече с пресмыкающимся дайте змее спокойно уползти. Не трогайте и не провоцируйте на агрессию. Если заползла в дом, вызывайте спасателей по номеру 112. Свою дозу адреналина получили Кира Мартынова и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Новоселицкий округ. Там в самом разгаре уборка урожая. Фермеры уже собрали ячмень, теперь очередь за пшеницей и горохом. Но как убирают колосья, знают все. А вот с зелеными стручками все чуть интереснее. Анастасия Толстолуцкая все выяснила. Размер этого поля 258 гектаров, сорт безостая 100. Когда-то вот у нас была безостая 1, это шедевр нашей селекции. В Новоселицком округе в этом году под пшеницу выделили 80% посевных площадей. Аграрии придерживаются принципа мозаичного размещения сортов. Есть у нас раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые. Они подходят в разное время. Мы начинаем убирать с раннеспелых, и пока позднеспелые подходят, они там, в общем, потерь не бывает. И мы вот стараемся так маневрировать. В селе Подинском аграрии уже убрали ячмень и сейчас собирают горох. Этот сорт называется «Софья». Вот так выглядит уже созревший горох. Кстати, если говорить о полезных свойствах гороха в целом, то и горошинки, и стручки богаты минералами и витаминами. Кстати, еще важная информация для желающих похудеть. Горох – низкокалорийный продукт. На уборке в этом хозяйстве задействовали 30 комбайнов. Невзирая на то, что у нас в этом году особенно западная зона, там и некоторые другие плакали от избыточных осадков, у нас все-таки влаги было не так много, и мы испытывали дефицит влаги. Спасибо тому, что хоть весна была не жаркая, такая более-менее прохладная и довольно длительно, так это нас и выручило. Опытно-производственное хозяйство уже готовится к закладке урожая на будущий год. Контролирует работу агрария в краевой Минсельхоз. Всего в Новоселицком округе озимыми культурами засеяно 75 тысяч гектаров полей. На сегодняшний день хозяйствами округа уже выполнена уборка 12% посевных площадей, это немногим более 9 тысяч гектар. Намолотили более 27 тысяч тонн при средней урожайности 28,6 центнеров гектара. Завершить уборку аграрии планируют в течение 3 недель. Провели день в полях Анастасия Толстолуцкая и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. К другим темам. Порядка 50 тысяч жителей Ставрополья получат качественную питьевую воду благодаря проектам в сфере ЖКХ, которые запланированы на этот год. Об этом на брифинге в правительстве края рассказал министр ЖКХ региона Александр Рябикин. Работу по модернизации системы водоснабжения контролирует губернатор. Если мы говорим о текущем периоде, о 2023 году, мы проводим более 20 мероприятий с целью обеспечения водоснабжения населения Ставропольского края. Если мы говорим о крупных проектах, у нас реализуется много федеральных, региональных программ. Если мы говорим о федеральной программе, такой как «Чистая вода», мы в текущем году реализуем проект по водоснабжению хутора Эдельбай, аула Эдельбай в Благодаринском городском округе Ставропольского края. Мы завершаем работу по реконструкции очистных сооружений водоснабжения в городе Новоалександровск. Также по поручению главы региона строят разводящие сети водоснабжения в хуторе Хорошевском, станице Марьинской и селе Марьины Колодцы. А по программе развития СКФО возводят межпоселковый водовод в предгорном округе. Чаще всего на сезонные перебои с водой влияют изношенность сетей, снижение уровня грунтовых вод летом и повышенное потребление в жару. Проекты, которые реализуют сейчас, должны ситуацию улучшить. Но проблемы с водой уже решают в Кочубеевском округе. Около 14 тысяч человек испытывают сложности каждое лето. Более полувека там капитально не ремонтировали водопровод. Что в итоге изменится, узнала Кристина Бородюк. Трехведровый бак и так далее. В общем, заполняем все емкости, какие есть только в доме, потому что иначе мы не выживем. Вот так мы живем. Запасы воды в бочках, ведрах и канистрах у жителей села Заветного всегда наготове. В любой момент вода в кранах может исчезнуть. Хоть бы она найдет. Идет, отлично. А до этого не было? Не было. Боже, я говорю, в чашки, в тарелки кром набирали. Случилось что-то, дней несколько не было вообще. Хоть куда хочешь, девайся. Люди хоть машины есть, то поехали туда-то набрали, а мне что? Но вам хоть помогают?
помогает. Мы утром просыпаемся, она внезапно закончилась, и все, и куда нам деваться без воды? У нас раз в прошлом году было, мы трое суток были без воды, мы даже в МЧС звонили. У меня у мужа цех в Барсуках, да, там вода бывает идет, и вот в бутылках привозили сюда. Обалдеть. А вот из-под крана набираете запасы, потому что не бывает воды? Потому что у людей в любой день можно проснуться, и у тебя не будет месяц воды. Не было воды в Заветном и по 4 месяца. Такие перебои происходят уже больше 10 лет. В Кочубейском округе при наличии федеральных рек и малых рек 5, к сожалению, с водоснабжением не все так хорошо, как хотелось бы очень. И ряд территорий страдают. Сегодня у нас, к сожалению, еще 8 населенных пунктов вообще не обеспечены водой. По поручению губернатора Владимира Владимирова капитально ремонтируют Заветнинский групповой водовод, который как раз обеспечит водой все эти территории. На сегодня подрядная организация выполняет работы по замене, так скажем, аварийных участков. В общем, будет заменено 28,5 километров. Вот мы сейчас находимся на, значит, Заветнинском. Здесь труба 225-я, значит, полиэтилен, труба с наработкой, которая, ну, прослужит более 50 лет. Водовод делится на две нитки. И вторая нитка диаметром 160 уйдет на другие населенные пункты. Это, значит, Голицына, Карамурза. Общая стоимость мероприятия составляет более 160 миллионов рублей. 130 миллионов рублей – это заемные средства из Фонда национального благосостояния. Остальные добавляет край. Также на очистных сооружениях Заветнинского группового водовода идут масштабные работы по расчистке водоемов от грязи. Это один из водоемов-отстойников, из которых вода поступает в краны жителей более 10 населенных пунктов Кочубеевского округа. Правда, сейчас здесь вместо воды залежи ила. Около 15 лет водоем не очищали, поэтому работы предстоят объемные. Загрязненная вода поступает на фильтрацию, поэтому дальнейшая очистка занимает много времени. С илом уйдет и часть проблем. Продолжат следить за ситуацией Кристина Бородюк и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Идем далее. С начала этого года в крае жильем обеспечили 68 льготников. Отчитался об этом краевой Минстрой. Ну а если конкретнее, 44 квартиры получили участники программы «Молодая семья». Новоселами недавно стали и 10 ветеранов Великой Отечественной. Передали ключи также 5 семьям из категории «Чернобыльцы» и переехавшие из районов Крайнего Севера. Кроме того, жилье приобрели 9 граждан со статусом инвалиды и 7 с детьми-инвалидами, а также ветераны боевых действий. На цели эти из бюджета в этом году выделили 230 миллионов рублей. Что ж, поздравляем с новосельем. Ну а такой вот нам запомнится уходящая неделя. Это были итоги на своем. Меня зовут Никита Шишков. До встречи.